Чебоксарах заканчивают устанавливать главную елку столицы. Главную елку по традиции устанавливают на площади республики. Как и в прошлом году, ее украсят светящимися звездами в национальном стиле. Основное новогоднее оформление города завершится к 1 декабря. Также обычно в это время, если позволяла погода, на Красной площади начиналась заливка большого катка. В этом году она на реконструкции. Основные новогодние торжества перенесут в этнопарк Амазония.